удалось подняться на сцену виртуозного мастера игры на аккордеоне, лауреата международных и всероссийских конкурсов, преподавателя Дмитрия Помидова. А пока он готовится к выступлению, я немного расскажу об авторе пьесы, которую Дмитрий решил подарить нашим слушателям. Ришар Гальян – один из наиболее ярких представителей современной французской музыки, основой которой является традиционный шансон и танцевальная культура мюзе. Сегодня для вас звучит джаз-вальс, французское прикосновение. Дмитрий Помидов, пожалуйста.